канату, натянутому между трибунами Сантьяго Бернабео. Карлетто шел в костюме, был довольно изящен, но при этом канат был очень плохо натянут. Судьба итальянца решится в ближайшее время. Криштиану не сумел сделать покер, но все равно Реал забивает. Чичарито это делает, и 4-3. Праздник футбола на Сантьяго Бернабео продолжается. Интересно, а до двухзначных чисел мы сегодня с вами доберемся на табло? Кстати, Карло Анчелотти нет на скамейке Реала. Он дисквалифицирован на 2 матча. Это случилось в игре с Валенсией. Ну и без него команда сегодня вроде бы справляется. Легко забивает сама. Легко пропускает. Штанга спасла ворота Кодине.